Блин, это Мирьям? Клянусь матерью, это Мирьям. Тебе лучше. Благодаря тебе. Если бы не ты, неизвестно, в каком состоянии я бы бродила по улицам. У меня был сюрприз для тебя. Правда, да. Но если это что-то очень дорогое, это уже ты решай. Что делает этот рыжий ребенок? Дверь так открывает. Держи. Что это? Открой, посмотри. Это банк вопросов для подготовки к университету за последние годы. Большое спасибо. Пока я побоялся того дальнобойщика, откуда взялся этот рыжий малыш. Знаешь, я Мирьям никому из вас не отдам. Не отдам. Сегодня я провела настолько сложный и плохой день, когда ты купил это для меня и стала самым счастливым человеком на Земле. Как я заплачу тебе за это все, Рюзгер? Что, блин, он делает? Клянусь, сейчас поцелует ее. Ты всегда так улыбайся. И еще занимайся с этими заданиями. Я больше ничего не хочу. Спасибо. Дорогая, давай я понесу. Нет, не нужно. Хорошо. Тогда доброго вечера. Доброго вечера. Эй, Мирьям! Девочка, что это за книги? Вышедшие вопросы и ответы? Что это, Мирьям? Не Мирьям. Меня зовут Ада. Как же ты права. Клянусь, прошу прощения. Мой язык ведь привык. Никак не забывает. Конечно. Стамбул сделал из тебя Аду. Верно, Мирьям? Ада. Будь осторожней с Исмаилом. Это твой дядя. Всякие делишки проворачивает. Так и знай. Девочка, я говорю, потому что люблю тебя. Смотри, это твой дядя. И тебе, и твоей невестке навредит. Не говори, что не предупреждал. Что здесь происходит, девочка? Исмаил! Что, блин, произошло? Ты вернулся к заводским настройкам? Твои деньги закончились? Тебе-то что, Мустафа? Ты иди-ка на работу. Что происходит, дочка? Этот подонок снова проявил невоспитанность. Нет, ничего, невестка. Давай, дочка, заходи внутрь. Давай. Ей-богу, Мирьям, я тебе так скажу. Потом не бейся головой об стену, мол, что я сделала. Вот так. Вот так вот пойдешь обратно, как щенок, поджавший хвост.
Ада, что происходит? Ты теперь отучившись, будешь ученой на нашу голову? Тебя. Я больше в этом доме видеть не хочу, дядя. Что? Ада. Дочка, ты не вмешивайся, невестка. Уходи, дядя. Зачем ты находишься в доме, в чести которого сомневаешься? Деточка. Ты послушай меня. Послушай, ты не видела. Когда он пришел, у него был жалкий вид. Если бы ты знала, какие беды с ним приключились на улице. Разве это не мой дом тоже? Куда мне уйти? Не знаю. Иди куда хочешь. Исмаил, постой. Не уходи, Исмаил. Так нельзя. Ада. Дочка. Послушай, он твой дядя. И мой муж на всю жизнь. Ради меня. Оставь. Пусть останется. А если скажешь нет, он обязательно уйдет. На это я ничего сказать не смогу. Это твое право. Но, деточка, я тоже не смогу бросить одного на улице человека, за которым замужем столько лет. Вместе с ним уйду и я. Ухтаде, ты меня так сильно любишь. Конечно, люблю. Разве человек может не любить своего мужа? Но прошу, не дави больше на эту девочку. Ради меня. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.